Всем привет! Сегодня вместе с вами приготовим сочники с творогом. Мягкие и вкусные пирожки для угощения. Для этого рецепта нам понадобится для теста 300 грамм муки, 100 грамм сливочного масла, 60 грамм сахара, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны и 1 чайная ложка разрыхлителя теста. Для начинки нам понадобится 300 грамм творога, 50 грамм сахара, 1 пакетик ванилина, 1 яйцо и 1 столовая ложка муки. Для начала необходимо в миске хорошо взбить мягкое сливочное масло с сахаром до получения кремообразной текстуры. Затем необходимо добавить яйцо и сметану, хорошо перемешать до однородности. Добавить муку и разрыхлитель теста, сначала замешивая тесто в миске, а затем руками. Когда тесто хорошо соединится, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на примерно 30 минут. В другой миске соедините творог, сахар, ванилин и яйцо. Хорошо перемешайте, затем добавьте муку и еще раз перемешайте. Затем разделите тесто примерно на 9 равных частей. Раскатайте каждый шарик в круг и выложите начинку на середину, немного ближе к краю. Затем заверните сочник, накрыв половиной теста. Выложите сочник на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждый желтком. Выпекайте сочники в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Всем приятного аппетита и хорошего настроения!